Итоги британского референдума привели к мощному шторму практически на всех мировых биржах. В самом Соединенном Королевстве фунт в какой-то момент падал сразу на 8 с лишним процентов и достиг минимума 30-летней давности. Сейчас британская валюта чуть отыграла потери, но все равно в минусе. Сдают свои позиции и евро. На фондовых площадках негативный тренд сегодня задали азиатские биржи. К примеру, японский индекс Nikkei обвалился сразу на 2 с лишним тысячи пунктов. Это 8%. Сильно просела Европа. Британские и французские биржевые показатели упали примерно на 7%, а немецкий потерял сразу 10%. Что касается российских индексов, они тоже ушли вниз. После резкого утреннего снижения сейчас они чуть подросли, но не сильно. В минусе и нефть. Бочка марки Brent торгуется ниже 50 долларов. А вот золото, наоборот, прибавляет в цене.